Aktien doje mahrur Ushalsen belda georzu Afsonaga aylanib bir kun O'zbekim g'ururi bo'lgan Узбекистан? Ты, наверное, с ума сошел. Там ведь даже моря нет. Примерно так реагировали некоторые друзья, услышав об этой поездке. Не стану с ними спорить. И не буду убеждать их рассказами о древних памятниках, современных городах, гостеприимных жителях. Как говорят на Востоке, можно привести верблюда к воде, но нельзя заставить его пить. В этом фильме мы просто посмотрим в лицо жителям Узбекистана, согреемся теплом южного солнца и вспомним 10 замечательных дней в конце сентября 2022 года. У одного ташкентского мальчика в начале 16 века был учитель по имени Занаддин. Мальчик вырос и стал султаном, а потом построил для своего учителя медресе, где тот стал мударисом, то есть ректором по-нашему. И тогда Зайнаддин написал про Ташкент такие стихи. «О, что за царство и лужайка мрая не выдержать сравнения с древним шашем! А тот, кто поселился здесь надолго, забудет навсегда о райских кущах. Пожалуй, умереть в Ташкенте лучше, чем жизнь влачить в любом другом краю». Сейчас мы туда направляемся, это является одна из таких современных мечетей, была построена в 2009 году, и здесь размещается около 5000 верующих. Сейчас Indin deban
Vaqt umrimiz olar torti. Yuragingiz o'rinda ko'lingizni olmayman. Ko'zingiz qaram qilgan sochingizni olmayman. Alo ona, ona jonim, sog'inchingiz o'tdi jondan. Lek bormoqqa yo'q imkonim. Kuyunmang men notomondan. Alo ona, jonim onam, yuribman tog'i yaqinni. Alo ona, да, вот почти такой, как у нас. Не знаю, это фрукт какой-то. Нет, я хочу здесь съесть. Шаманка.